всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Танчик, Стаканчик, Фантом, Фликс, как всегда, отличное настроение, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Сегодня мы играем на карте Балди, очень классный режим под названием Headcrab убивает нас. Я не знаю, как это звучит ролик, но пусть будет так. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а Стаканчик взял быстрого Headcrab'а или какого-то там и пытается нас убить. И кто проигрывает, тоже берет Headcrab'а и мочит других. Погнали, пацаны, разбегайтесь по карте. И через 10 секунд Стаканчик может выступать. Оружие использовать нельзя. Чисто выживалочка у нас. Вы готовы? Готовы. Погнали. Стаканчик, покажи, на что ты способен. Просто прыгаешь на человека, и отнимаются у него жизни. О, я вижу, идет уже. Я уже наученный от хедкрабов, так что ты меня не поймаешь никогда в жизни. Я очень быстрый. Это невозможно. Поскакал. Куда он поскакал? Ребята, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы стараемся поднять вам настроение и всякое такое. Слышите этот звук? Где-то он трещит. Пацаны новенькие с нами записывают. Я вижу, они стесняются, молчат. Так бывает. Правильно? Правильно. Не ссы, я так 100 раз делал. Я, наверное, за свою жизнь записал, так как я удалил очень много роликов старых на канале. Около 2000 роликов. 2000, представляете? Эй, я на тебя наступил, а ты меня не убил. Ой. Тяжело, да, за хедкраба поймать? Но если приловчиться, то можно. Просто надо быть очень опытным. Очень. Ну это, да? Подожди, я вспомнил, мне кое-куда надо. У меня... Ты меня по плечу ударил. Новому. Эй, отвали. Отвали, отойди, отойди, отойди. Он меня хочет убить. Если он меня сейчас коснется, я умру. У меня 40 хп. Быстрее валите, пацаны. Так, я сюда зайду в класс. Так, это у нас перекресток. Надо быть внимательным. Он может выскочить откуда угодно. Вы его видите? Я его не вижу. Он специально притаился, хочет, короче, западню нам сделать. Смотрите наверх, он может на шкафчик запрыгнуть. Из шкафа на бошку. И ты уже становишься зомби. Зря ты стоишь в тупике, он может на тебя напрыгнуть, и ты умрешь. В тупике не стой. Надо бегать в открытом пространстве. Тогда точно не сможет замочить. Я буду, короче, переворачивать здесь, это, со зла, эти лавочки. Я в столовой, давай, иди сюда. Стакан. Чик. Все переверну. Псих пришел. Крушитель. О, у меня жизнь не тратится от лавочек. 20 хп осталось. Я сюда зайду. О, я буду отсюда чекать. Давай, иди ко мне. Давай, давай, давай. И закрывай двери потом за собой сразу. Давай, давай. Все сюда, пацаны. О, мы сейчас тут будем выживать. Куда это вместе делать? Сможет попасть или нет по кому-то? Так, давай. О, иди к нам, иди к нам. А, сзади хедкраб. Закрывай двери сразу. Так, все, ждем. Ждем. Я надеюсь, он не сможет нас убить. Наш. Четверо против одного. А не, пятеро. Еще один где-то бегает. Пацаны, боитесь хедкраба? Я нет. Кстати, можно нажимать Е и открывать двери. Я знаю, это можно. Давай, я в тебя верю. Зря ты пошел, он тебя с одного раза... Если в голову попадет, то умрешь с одного раза. И... А, ты, кстати, прилипнешь на бошку, и он будет хедкрабом. Так, пацаны. Этот вообще челик завис. Нет. Боишься, да, его? Я тоже. Я могу гранату в окно кинуть? Ой. Чё-то не получилось. О, теперь могу. Пацаны, давайте все сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Да там тапочка придавили. Его по жопе бьет, то что... Вы его подписали, дверь закрыли. Эй, быстрый зомби, не бей нас. Смотрите, быстрый зомби со скином железного человека. Да ты не попадешь по мне, я очень такой наигранный, это невозможно. Да. Да. Прыгай, прыгай. Ого, что ты им делаешь? По стенам лазишь? Ого, ты псих. Давай, вместе будем прыгать. Пацаны, давайте, он не сможет попасть. Эй, ты сейчас попадешь еще вдруг.
Пацаны, я вспомнил, мне кое-куда надо. Я валю. Быстрее, быстрее, быстрее. Вспоминайте, пацаны, может у вас какие-то важные дела. Он дамажит с одного раза вроде бы. Ну, у меня точно 20 хп, он меня вынесет. Так, я его слышу, он где-то крякает. Побежал за пацанами, я видел. Так, а мне интересно, видно меня или нет? О, привет. Не видно, что ли, не понимаю. Вот побежал зомби. Ты чё там бегаешь, пацанов моих бьёшь? Ой, отсюда увижу пацанов? Нет, не видно. Или никого нету там? А здесь видно? Прикол. О, тут есть место, где видно кусок карты. Так, 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 сейчас мы его найдем. Эй, не убивай их, мы добрые. Вот он. Эй, дверь закрыта на обслуживание, уйди. Ладно, ладно, сейчас открою. Зайдешь. Ой, не ту кнопку нажал. Да блин, я не ту кнопку случайно нажал. Ну ладно, я сам бокопор. Сейчас скажу, накосяч. Так бывает. Случайно запереживал и нажал кнопку какую-то там. Fast Head Crab. Мой любимчик. Теперь я буду помогать ему. Мы вдвоем убийцы. А ну-ка, идите сюда, подлецы. Кто из вас тут самый модный? Эй, иди сюда, я тебя сейчас убью. Сколько у тебя жизни осталось? 40 хп, да. 60 хп выносит Head Crab. Эй, блин, я что-то на тебя не прыгнул, зомби. Ты же своего не бей. Мочи его, мочи. Блин, на своего бью. Так, разделяемся. Давай, ты в эту сторону, я в ту. Погнали. Вот они, в угол зажимай. В угол мы сейчас тебя зажмем с двух сторон, и ты проиграешь. Еще никто не выживал. Эх, блин, я не заметил тебя. Блин, они бегают случайно по карте рандомно. Ах ты жопа, вылазь. Ты как туда залезла? О, я с тобой сижу. Что это было? Вылазь, ты там сидишь. Я вижу твою жопу жирную. Привет. Эй, ты куда делся? Вон он. Убил, красава. Ой. Берите, пацаны, опять хэдкрабов и погнали. Так, вы что тут эти пораставляли кабаки всякие? Так, сколько у нас? 3 на 3, да, пацаны? Или 4 на 2? Мочите его, мочите, мочите. Так, где-то тут еще один челик по-любому бегает и ныкается. Так, слышу, лапками кто-то шумит. Слышь, выходи, подлый трус. Нема никого. А кто там бежит? А, вот он! На дурачка, а вдруг получится попасть? А, эй! Боль на башке моей. Так, погнали еще раз. Давайте я все-таки быстро возьмем. Он поярче. Калитку открывать умеет. Очень умный. Че, дрессированные хэдкрабы? Пацаны, давайте. Перепрыгивай меня. Точно, дрессированный хэдкраб. Эй, слышишь, табуретка, я отвали. Так. О, а еще вот я вижу этого челика, давай догоняй. А то почему-то мы бегаем, бегаем и никого не находим. Кто же вы? Давайте перекличку сделаем. Я. Фантом. И Димон. Убавайте хоть кого-то. Я тут буду ждать, только на бошку мне не прыгай. Привет, как дела? Нормально. Ждем этих челиков. Где-то ж лазят. О, еще один. Давайте. Ручные хэдкрабы. А, получается, да, еще двое. Пацаны, выходите, подлые трусы. Надо идти вот так с толпой в стеночку, чтобы они не могли обойти нас.
Давай сюда. Никого нету. Где-то заныкались в классе и сидят на крысу. Никого. Это чтобы один на шухаре стоял, а когда кто заходит в класс, один на входе стоит, чтобы не выбежал. Видите? Вижу, 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 вот он, вот он, вот он, давайте, все за ним. Жлоб вонючий, иди сюда. Нет. Все за ним. Убили? Есть, Димона убили. Так, кто еще остался Димой? Живой. Фантом, ты чё, мочишь? Какой у тебя скин? Я Among Us. Так, ищем Among Us-овца. Разделяемся, нас очень много. Теперь нас 5 против 1. Это очень жестко, я вам скажу. Тут видите? Не видите. Тут видите? Я ничего не вижу. Ты на крысу, что ли, сидишь где-то? Нет, они бегут уже. Хедкраб очень сильный. Башкой толкает автоматы. Не, я не могу его найти. Он где-то на крысу сидит. Я тут по школе по всей бегаю. Так, знаете, что мы сейчас сделаем? Я тебя нашел, Димас, я тебя сзади. Вот он, вот он. Давайте, все за ним. Все бегут. Извини, обстоятельства. Надо проверять, он мог побежать и сюда, он не обязательно туда ему бежать. Слышь, я тебя так хочу убить. А ты не идешь к нам. Хедкрабы очень злые стали. А, вижу, вижу его, пацаны. На-на, не сюда. Сюда, 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 я его сейчас найду. И направо. Слышь, выходи, подлый трус. Я потом маршруту бегаю. Нету, не на улице, он бегает в помещение. Я его видел только что морду. Я его вижу? Не вижу. Есть. Убили? Есть, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кефирчик, Парадокс, Дарк Драго, Хунзел, No Trade. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Добрый вечерочек, ребята. Сегодня мы играем на карте Gravity Falls, и на этой карте завелись хедкрабы, которые мы должны мочить и выживать. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, кого убивает хедкраб, тоже берет хедкраба. Так куда нам разбежаться? Подожди, псих! Мы можем в этой серии, ребята, использовать пистолеты и дробаши. Друг друга не мочить сразу. Ладно, вообще не мочить. Ну там. Сейчас зайдет, пацаны, ждите, кого-то убьет. Сейчас закрывать двери. Он когда будет заходить, мы двери увидим, что открылись. Тут. Мочи его! На. Мы, короче, сделали классную тактику, пацаны. Все в одной комнате. И когда он будет заходить, мы его замочим. Можешь зомби брать любого, какого хочешь, даже быстрого, и пытаться нас убить. Я так и сделал. Давай, покажи, на что ты способен, а мы тебя вынесем. Кто сейчас выйдет, он может умереть, кстати. Лучше тут сидеть и ждать. Во, о чем я и говорю. Молодец, парадокс, красавчик. Замочил его, как щенка. Так, закрывайте двери везде. Все, пацаны. У нас, знаете, как в хоррор-ужастиках. Все в одной комнате и ждем, пока придет к нам зомбак. Опа, идет, идет. Он через селки может пойти. Он тут. Ого, он псих. Никого не убил? Меня. Убил он. О, уже два зомби? Да, у вас два зомби. Пацаны, два зомби. Будьте внимательны. Можете хедкрабов и зомби брать. Еще раз, да, идет? Сразу его на тебе, щенок. Вот это было прикольно. Ребята, мне нравится, когда мы так их мочим. Он уже ничего даже сделать нам не может. Все на высоту. Да, вот так будет лучше. О, можно еще вот тут на этот, на холодильничек запрыгнуть. Вот туда вот. И сидеть там. Где он? Где он? Я же слышу, он крякает. Крячка. Пацаны, перезаряжайте ружья. Заряжайте, заряжайте. Сейчас он зайдет вместе с ним резко. А может через ту дверь будет заходить? Сейчас посмотрим, ребята.
Ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день и стараемся записать что-то всегда разное и интересное. Кстати, завтра будет ролик на 16 игроков, так что заходите в наш Дискорд, если хотите с нами записывать, ссылочка в описании. Да вы уберите свой читерскил, это хорошо. Отлично, отлично. Есть, есть. Нет, тебя зомби убил? Да, меня убили зомби. У вас уже трое? О, вот он, на окне, мочите. Уберите, серьезно, это клоновый пуш. Да, давайте чисто с дробаша Half-Life 2, потому что реально читерской пулей мод. Слышишь, он тут прям ходит. Ой, я уже по-нашему стреляю. Ого, их тут. Так, заряжаемся, ребята, заряжаем. Не спешите, не спешите, главное попадать четко. Отлично. Отлично, вынесли. Ребята, все на высоту. Видите, они не дост... Ого, своего убил кто-то. А я? Я случайно стрелял, что ли? Вот он, башка. А он не может попасть. Он не может попасть. Так реально, это классная штука. Он не может попасть, когда я на высоте. Слышь ты, хэдкрабушкин. Так, закрывай двери, ты тоже можешь с холодильника двери закрыть. Мы вдвоем с чуваком классно выживаем. Ха-ха-ха-ха, ребята, зомби не могут нас убить. Нагнули, нагнули. Отлично. Сколько уже зомбаков, пацаны? 4 на 4. Ой, фу, я уже хотел. Закрывай двери сразу. Так проще, когда он будет открывать двери, мы успеваем стрелять. Знаешь что, Дим, я не буду зомби, я сделал пагу. А кого ты? Я сделаю как это, жопа. Какая жопа? Давай этот, писюн. Давай нормально. Опа, заходит. Ауч. Ну та, ты немножко... Ого, кто-то по мне попал. У кого аптечка есть, пацаны, подлечите. О, спасибо. Кто мне трогает? Красавчик, красавчик. Хорошо, то чувак, ты сидишь, кто там на холоде? Парадокс, ты хорошо стреляешь. Молодец. О, я возьму пистолет. Может, с пестика лучше будет? Не будет разброса. Короче, если издалека лучше пестиком, а если впритык, то дробашом. Короче, для вас я враг. О, пошел, пошел. Краса... Ого! Я не трогаю. Молодец, молодец. Вот он, вот он, вот он. Красавчики. И еще разок. Вы что, там до сих пор на полке сидит? Да, я сижу всю серию на полке и вас выношу. Эта тактика очень классная, она рабочая при том. Они вон там, вон там. Где-где-где? Убил. Надеюсь, за сколько времени я убил кого-то. Молодец, тебе респект. Закрываем двери. Интересно. Ой, если стать возле двери, она откроется или нет? Наверное. Уберите свои пушки, не те. Дверь не открывается, когда стоишь возле нее. А, ну... Отлично, отлично, ребята, загородил своей жопой дверь. Дима, лучше отойди. А он не откроет двери? Там никого нет. Он ломится, ломится. Ого, их там. А я выношу потихоньку, достаю, хитбокс есть. Так, за... Слышь, ты... А! Галимый. Пацаны, я вспомнил, мне надо идти в дом, на второй этаж. Я буду на втором этаже, пацаны, теперь защищаться. Тут один вход, нам будет проще. 2-2-2, заходи. Закрываем двери. Отлично. Да отвали!
А, Спанч Боб умер! Блин, я так хорошо держался, мы долго реально дом защищали. Но что-то пошло не так. Кто у нас еще живой или все мертвые? Все. Я живой. Так, пацаны, я иду к вам. Хэдкраб выжил. Давайте мы возьмем фаст зомби. Давайте просто хэдкраб. Нет, хэдкраб медленный. Вот этот хэдкраб классный. А можно теперь другие дробовики? Где ты? Да, теперь кто остался в... Ну, короче, можете любое оружие использовать, кроме базуки и, не знаю, там, ядерных бомб. Это мощных дробосов. А, я еще запрыгнуть не могу. Я заблудился. Заблудился? Нашел выход. Так, 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 они там, да, внутри? А, почему двое? Они на улице. На улице? Одни прыжком и на улице сейчас буду, смотрите. Опа! Вижу, вижу, все за ними, все за ними. Давайте, стадо зомби, мочить людей. Давай, мы за тобой. Ах ты. Хорошо, ребята, я тоже возьму быстрого зомби. Пошел, пошел, пошел. Сейчас мы убьем людей. Людишек этих поганых. Да, без пыли. Да ты еще не попади еще. Да не спринтуй ты. Ого, у меня 7 жизней осталось, ты че? Тю, я думал, я убил его, я его не убил. Так, пацаны, а кого взять, чтобы его убить? Не знаю, кого угодно. Возьми быстро хоть раз. Давай, давай, давайте, все за ним, все за ним. Я знаете, кого взял? Да, с Half-Life 2. Вартигонт. Короче, ребята, этим вартигоном надо стрелять на ход. Не попал, не попал. Кто-то же убьет по-любому. Я почти снес ему ХП. Ах ты, мне ногу прострелил. Ого. Это было жестко, ребята. Че там, не попал ни по кому? Нет. Пацаны, ну что-то мы не можем их убить. Какие-то они мощные очень. Они дробаш используют, такие странные. Да? О, давайте все возьмем шары. Берите шары. И теперь будет веселье. Ну чё, готовы? Давайте, все за ними. Все за ними. В одни очередь шары вход. Да вы не выживете. Не-не-не-не-не. Ой, правая кнопка мыши может взрываться. Короче, подкатывайтесь к ним и нажимайте правую кнопку мыши. И мы их взорвем. Когда вы не можете убить людей, кидайте ядерную бомбу. Не надо. Еще рано. О-о-о, я живой. А, нет. Ребята, знаете, кто победила? Победила дружба. Но на самом деле, сегодня победили люди против монстров. Люди затащили. Привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Фонтан, King of Fire, Стаканчик. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас очень классная карта, это Gravity Falls. Сегодня я Серегу должен замочить, а все остальные его должны защищать. Пацаны, вы готовы? Да. Если ты любишь, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, первый раунд пошел. О, в воздухе, вот это было красиво. Серега, ты прям какой-то супер Бэтмен. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Лови аптечку, Димас. Ого, вы чё, это не аптечка, это была граната. Нет, это аптечка для тебя. Не-не-не, аптечка, которая мочит. Да. Эй, иди сюда. Да иди сюда. Отлично, отлично, сидим. На нычечку, красиво. Надо кого-то выследить по красоте. Классно иметь маленький рост хедкраба. Так, Димас.
показывал пищун. Эй! Ты еще попади! Ты же еще попади! Ой, извините. Убили, убили! Молодец, Серега, ты же убил! Хорошо! Я кого-то из наших убил. Так, давайте возьмем себе быстрого зомби, потому что все-таки у нас сегодня очень веселая серия должна быть. Погнали. Ребят, вы это далеко друг от друга не отходите. Зомби нападает на Gravity Falls. Ребята, будьте осторожны. Урчи! Ты чё за оружие? Что за оружие у вас такое мощное, а? Нифига себе, ты пробежал, Димас. Нормально? Да. Так, идет говнюк. Ждите меня, я иду. Как-то странная у меня походка. Эй, хватит стрелять. Эй, я окно сломал. На тебе, понюхай говно. Слышь ты, говно, говном своим тут не бросайся. Эй, не убивай новых, это мои дети. Это твое говно. А ну-ка, взять его, фас. Эй, на тебе. Да хватит ты убивать, это мой друг. Нет. Это ты говно вышло. На, я буду вам подкидывать и подкидывать. А, ты какашка такая, твое говно тут нам кидаешь. Да вы убиваете их! Набросаем сейчас по-разному тут местам, насрём вам тут. Взрывай. Ой, граната вылетела! Взрывай, кто там? Ух ты! Эй, не убивайте моих детенышей человеческих! А ну-ка, моя армия. Мочи его! Мочите! Ах ты, нагибейшн! Так, кого же взять? У нас тут много разных челиков есть. Бешеная чайка летит. А чайка же не может дамажить. Я могу срать. Да, не может. Нет, она просто... Я это чайка, знаете, как в Ассасин Орел разведывает территорию, а я на чайке. Слышь ты, говно, куда ты полетел, а? Эй, не говори на меня чайку, говно. Ты где? Я сейчас залечу и в доме превращусь в какого-то монстра. Так, кого же взять? У нас тут есть нормальные челепиздрики. Ребят, двери за собой закрывайте, и так уже сквозняк. Димас! А, нет, это не Димас, это еще один фиткрап. Эй, я не могу сверлить глазом и двигать. Это как сверлить глаза. Так. Давай, буду вот так лупашить. Ну кто пройдет? Ой, King of Fire. А куда вы выходите? Сказали сидеть здесь, ёбан. Дурачки. Так, они не знают, что это. О, бешеный шар. Так, Сережка, иди сюда. А где ты? Ты чё, думал, ты шар бессмертный? Так ты меня троллишь, так нечестно, я хочу тоже так веселиться. Я не ожидал, что тебя убью с одного раза. Я думал, шара побольше жизни. Да, конечно, взял конченое оружие какое-то. О, у нас, знаете, кто есть? А ну-ка. Ля-ля-ля, бежит под, это, нечисть. Ага, подлец. Эй, у меня 1000 жизней, я танк. Серега, выходи, один на один. Давай. На один на один вы что делаете? Отойди. А я не могу дамажить, я просто как дурак. Да я просто декоративный додик. Сейчас я, Серега, все сделаю по красоте, как настоящий хедкраб хитман. Знаешь такой? Хитман хедкраб? Да. 049, 048. Какая-то тактика колододика. Тихо, ты что стреляешь? Ты что, дурак? Так, подождите, я запутался. Запутался. Эй, там мин наставили красных, я видел. Хватит. Так. Как это хватит? Не хватит. Так. О, я под миной пролез. Под миной пролез. Он сзади. Да ё-моё, да хватит стоять. Серёга, моя цель тебя убить, я должен тебя убить. Да ну как, у тебя оружие читерское. Ты понимаешь, у тебя читерское оружие. Ой,
я знаю, что за шанса. Убили, убили, убили. Знаешь что, мне не хотелось бы, когда играть в этот режим, чтобы не было видно худо, умер я или нет. Отойди! Он зашел! Я если лажу. А, я умер. Блин! Так, вот сейчас должен сделать по красоте. Ну не дают, не дают. Просто подлецы не дают. Че, я умер? Я умер. А. А что случилось? А где ты? А я не знаю, это какой-то баг. А, ну ты в труп вселился. А это возможно. Реально я в труп вселился. Но я не могу шевелиться трупом. Заходите все в здание. Я не могу выселиться. Килл пропиши. О, я вылез, я вылез. Где он? Да блин, ну ты подонок! Ну я уже был на грани того, чтобы вселиться в кого-то. Да блин, застрял в дверях! Да кто закрыл двери, когда я пролазил? Я застрял! Да ну это угар, я тупо застрял в щели в калитке. О, вижу жертву, иди сюда, иди сюда! Есть, отлично. Ой, ё-моё, King of Fire. А, у меня бессмер... А, все, слетело бессмертие. Ну, Серёга, ты все видишь. Да. Я в одного из вас вселился. Не ври. Ну, посмотри, труп на входе лежит. Так, это труп NPC простого. Мочите меня! Мочите. Есть! Я убил Серегу! Вы убили! Есть! Я выиграл этот раунд! Серега, я выиграл? Нет! Как? Тебя же убили! Меня убили они, не ты! Блин! Я тупо даже на записи видно будет, как я нажал «Восселиться» из тебя! Меня тоже было видно, но меня успели убить, пока ты не выиграл. Ах ты, блин! Ой. В кого вселился он? Тупо такое убийство жесткое вообще. Чпоньки я не знаю, я вас всех подозреваю, извиняюсь. Обстоятельства. Я паникую. Так, у меня есть очень шанс. Бегу. Очень я бегу. Фонтан намочите! Да ну блин, как ты видишь все? Я увидел, что он прям в тебя. Так. С этой стороны обойдем двойной прыжок. Ничего у Димы не получится, ничего. То ну как это не получится? Я сейчас в тебя вселюсь. Ну давай, ты в меня еще не вселился. Ну, вселился один раз, но меня вовремя убили. Так мне надо вселиться в тебя или убить тебя? Вселиться и убить. А, вот так даже. Да. Закрыто. Чё-то тихо стало. Как-то Димас притих. Ну а что ж делать? Читер вонючий. А кто это был? А я, что это? Я взял своего. Ах ты говно! Ты читер! А я, честно, я хотел не тебя убить, а какого-то другого челепиздрика. Ну, попался. Ах ты говно такой. Типа. Давайте, я жду вас в доме, вы должны меня убить. Давайте. Мочите его. Идите. Я стою на входе, вас тут жду. Мочите его, ребят. Давай. Выкуриваем Димаса из дома. Ого, это не выкуривание, это уничтожение компьютера. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Арекс, как всегда, очень много подписчиков, сегодня играем в Гаррис Мод. Карта у нас Балди, пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что у нас сегодня Сережка будет хэдкрабом и будет нас заражать. А ну прыгни мне на бошку, покажем, как это выглядит. Вот, все, теперь я зомби, ничего не понятно. А, я просто умер, да, сразу? А Серега, нет. Он бегает за меня. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать выживать. Так, ну что, посмотрим, давайте разбираемся по всей карте.
Можно, короче, против хэдкрабов кулаками лупашить. Да, пока не сильно поможет. Не помогает, да, но? Вообще нет, 8 хп сносит. А сколько у хэдкраба жизни? 40. А, нифига себе, сколько раз надо ударить. Ну это так, знаешь, типа по голове надо давать, отбиваться и текать. А, можно еще ногой лупашить на Б, если что. Посрача лупашить. За мной кто-то гонится. Ой, тут парты попереворачивал. А я на нычке сижу. И сижу. Всю серию тут просижу и выживу зато. Представляю, когда уже будет много хэдкрабов, а я один тут буду. Это будет жесть. Это тут пролетел такой. Ой. Че, я в классе. Я, короче, баррикаду делаю тут из стульев, чтоб никто не зашел ко мне. Школа Балди очень опасное место. А тут помню один. Во. Одну секретку. Ой, блин, все зря. Вот говно. Брат, вот как надо. В одном кабинете. Ну да. Засранец. Сейчас найду секретку и тоби хана. Какая секретка? Это не секретка. Ой. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ой. Ой. Было маленький. Здравствуйте. Отлично, у меня все получается. Надо вот так набрасывать. Во, я понял, как делать баррикаду. Ой. Во-во-во, отлично. Так, не знаю, пройдет, не пройдет. Давайте посмотрим, что с этого получилось. Ну чё, давайте. Я только в общем корреспонде ни разу не делал. Заходите ко мне в класс, я вам подсказку даю. Классно, а в какой? Дверь цвет. Да, синяя дверь. А тут везде, мне кажется, синие двери. Не знаю, где эта дверь. Ищем. Я фантома видел. Отлично, навалил прям жестко. Во! Лучше навалить я не могу. Убился. Наваливать ты умеешь, Димас. Да-да-да, давай, короче, постреля подсказку сделаю. Давай! По двери стреляю. Заразите меня, никто не сможет. Слышу, 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 кто-то уже ломится. Да, это я следую. Я пользуюсь, короче, своей старой доброй тактикой. Просто бегаю по школе. Искренне бери. Ну что, Серёга? Я услышал. Отлично, давай. Слышу, вы приближаетесь. Эй, так нечестно! Отстань от меня! Я добрый! Помогите, извини, пацаны. Помогите! Он бежит за мной. Кто выжил? О, дерьмо! Я живу. Серега, это ты был? Где? За мной. Это я был. Не. Та дверь, закрывайся, вонючая. Да, кого-то заразили. Ай. Кого-то заразили, я слышу. Ой, я крошку покусал. Я гоню. Так, кто как хэдкрабов уже бегает? Я спасаюсь в своем месте. Я тоже спасаюсь. На нычке тут сижу за стульчиками. О, зато я вижу тут проход. Слышу, слышу, хэдкраб бежит. Блин, ребят, тут возле столовки, крошка, я его зажал и не выпускаю, он бегает. Сейчас еще найти надо. О, я слышу. Пацаны, карта манюсенькая, и тут очень тяжело находить. Давай, бей его, я его укусил один раз. Получается, если на голову с одного раза добиваете, если просто касаете, дамажите. Всё, я заразил крошку. Крошка. А я наблюдаю. Вижу! Эй, ты что?
Я испугался, жесть. Блин, беги, глупец, беги. Это фиаско. Это жесть, я дернулся аж. Я не ожидал, что стекло может разбить. У меня очень громкая игра стоит. И когда стекло лопнуло, это жесть была. Так, блин, тут шкафы. Я в шкаф ударился и убился головой. У тебя поцарапали, значит ты заражен уже. Нет, я головой, я бежал, я в шкаф ударился. Не, давай зарази меня. Не, давай зарази. Не зарази. Да какой заразил, ты что, шкаф? Да. Я на тот шкаф, которым ты ударился, я плюнул. Обоссал его. Да. Нет, это так не работает. Давайте, ищите, кто остался заражать. Блин! Нашел! Да блин, беги, Димка, беги! Они сзади, они все сзади бегут и хотят меня убить. Но я не останавливаюсь, я не отчаиваюсь, я выживу. Стой! Нет, я не остановлюсь ни на секунду. Мочите Димаса. Дела очень плохи, дела очень плохи. Я в класс забегу. Не надо. Около вас. Не иди в класс. Я в классе. Учись тогда. Сижу в классе на нычку. Кто-то мимо меня, короче, пробежал. Отлично, отлично. Кого-то убили! Кого-то я убили. Я заразил этого. Вот. Я Форготтена заразил. Форготтена, ну что ж ты? Ты остался и Карыч. Я выживу. Я Карыча вообще не видел, где он спрятался. Нашел! Блин, он меня по башке дал. Не, ну сиди ты в углу, нет, выскочил, блин, выглянул в окошко. Тупик. Тупик, тупик, тупик. Тупик, тупиков. Я буду в классы забегать во все. Это, блин, я проиграл. Это жесть, как прикольно. Так, хочу я тоже хэдкрабом побыть. Один человек. Карыч, дай подсказку. Ой, это не хэдкраб. Я одном из классов около столовки. Эй, извини. Так, пацаны, ну что? Прикольно хэдкрабом вообще играть, да? Да. Здравствуйте. А что я такой... А как быстро бегать? Shift. А, подожди, это у меня просто хэдкраб медленный. Надо быстрого взять. Во! А, он прыгает с опозданием каким-то. А это... Ой-ой-ой-ой, убегаю. Ой, тут сразу прыгает. Так, ну что, где он, пацаны, ищем его. Ай, я царя. Все, убили? Нет, нет, я живой. Я каким-то образом, не знаю, заразил Сквидварда. Блин, у меня тут мой труп тут лежал. Все, заразили, убили, да? Всех, Димас. Да. Победа. Давайте сделаем битву хэдкрабов. Я никогда не воевал за них. Подождите. На спауне давайте берем хэдкрабов. Давай, кто проиграет, тут уже не участвует. Подождите. Это в пилпаках. Сейчас, погодьте. Именно хэдкрабами, не зомби. Ой. Эр, нажми буку, кто там за быстрого зомби. Во. Ну чё, давай. О, я убил. Молодец. Отрывайся. Меня убили, я полька полетаю вверху. Давай, 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 мы ещё деремся тут между собой. Ещё кого-то убил. Ну чё, иди сюда. Меня убили. Все друг друга попили. Как это? А как это так получается? Мы все... Это знаете, что получается? Ничья. Привет, дорогие друзья. С вами Димас Каркарыч, Снеговичок, Фантом. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Вам очень понравился ролик, где мы играли в выживание в школе Балди. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А сегодня мы будем веселиться еще сильнее. Пацаны, вы готовы? Да хорошо, я тебя видел. Я тебя видел. Так. И не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. А чё я так бегаю, как Рахит? Ну, как должно быть. Да.
А можем в тебя стрелять? Не, не знаю, наверное, может нет. Потому что и так тяжело будет. А, да, нельзя. Я побежал. Давайте пока без оружки. И то, смотри, под страшником шаром не сделал. Так, начало мне нравится. Давайте будем продолжать. Все-таки я надеюсь, что пацанов убью. Ой. Нет. Но это не точно. Ну, меня точно не убьешь. Блин, как-то прыгает с опозданием. Все-таки берется олдскульного хэдкраба брать. Бери олдскульного. Он тоже весел. А, их тут много разных. Во, вот мой любимый. А я иду, иду пацанчиков мочить. Так, я слышу кого-то. Я точно долго, я готовлюсь разоружить себя. И мне страшно. Вы меня слышите? Да. Да. Ты прям около меня, уходи, уходи. Но не так. Бегай. Мне на голову кому-то прыгнуть. Нас когда уже будет двое, будет намного легче. Ну, удачи. Ой, хватит. Меня пугаешь, уходи. Не бойся, не бойся, я свой. Убью быстро, да? Не почувствую. Да, не-не, просто надо уклоняться. Тут да. На умение, без оружки. Чисто на умение, чтобы я не прыгнул вам на бошку. Да. О, я вижу тебя. Во. Так, блин, так, меня видеть не надо. Меня пытается убить. А кто как акула? Я. А это ты. Нет. Иди сюда. Надо. Ну, пожалуйста. Надо. Блин, ну этот трахито не может быстро прыгать. Маска. Спасёт. На то он и рахит. Мне не хватает прыгать, ой, невидимым вставать. Было бы вообще сильно. Ой, было бы вообще кайф. Я спрятался. А как я допрыгну туда? Не знаю. Не могу! Я не могу допрыгнуть! Чуть-чуть, еще чуть-чуть! Страшно! Я не догоню тебя так никуда! И куда вот правильно? Не догоняй. Ну я потихонечку бегу. На умение, да? Да-да-да. Я знаю, что меня троллишь в данный момент, тут легко убежать. У нас, во-первых, есть двойной прыжок, можно всегда быстренько упрыгать. Я уже в поезд. Так, ну что, завтра будем новый режим записывать. Как я обещал, со столбом выживания. Ходи. О, хэдкраб может, короче, этот на батуте прыгать? Попробуй. Чуть он дает. А вон и Карыч, привет. А, не допрыгиваю. Это фиаско. Это фиаско. Ну блин, это фиаско. Ну как попасть? Здравствуйте. О, если я на собаку прыгну, она же маленькая. Не-не-не. Не, я на то и взял собаку. Уйди. Хитрый. Страх. Вы меня троллите специально. Да, я хитрый. Нет, я сейчас не пытаюсь троллить. Ах ты, башка твоя аж пахнет вкусно мозгами. Нет. Я вижу. Ну блин. Не беги, брат. Я не допрыгну так. Я очень рахитный. Хэдкраб. Ничего себе, ты рахитный. А контрол не работает. А какие-то есть еще анимации у меня? Нету. В маске жарко, извините. Коронавирус тоже. А есть хэдкрабы, которые кидаются чем-то или плюются? Ну, по-моему, нет. Ой. Кого-нибудь заразишь, тогда будешь. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Опа! Не ожидал, а да? Турелька. А это моя турелька. А. Я на дальние века ставил ее. На. Как ее? Ой, что я сделал? Надо было на нем сидеть. Вот, блин. Как на него залазить назад? Фантома, что ли? Да я этого челика залез. Нет, не на меня. Бенди. Бенди. А кто тогда? Так. Стоять! Ты не на акулу напрыгнул, повезло. Не на мне, но... Я слежу за вами, пацаны. Очень внимательно. Подожди, Антон. А как ты за мной следишь? Так вот ты... Ну я не могу так высоко прыгать, ты троллишь меня. Реально это... Тролло-ло-тролло-ло. Эй! Это было больно! Прям монтировкой по лбу, у меня теперь синяк будет. Хэдкраб тоже некрасиво. Где вы? Я сейчас что-то другое буду брать, раз я не могу хэдкрабом так играть.
Карта большая. Помните, когда мы брали тушку Лубалди, там были узенькие проходы? Да. Нельзя. Практически зачем? Сел на бошку тебя. Еще б чуть-чуточку. Нельзя так. А чё? А почему нельзя? Нельзя. Я в маске. Мне нельзя заряжать. Мне нельзя заряжать. Я в маске. О, это смерть. Это смерть. Это смерть. Наш смерть. А кого он взял? Он? Смерть наш. Знаешь, я тоже возьму его смерть. Нет, нельзя. Грустно. Так, а ну иди сюда. Аниматроник тоже? Ах ты злодей. Не, я не могу хедкрабом вас поймать. Карта очень большая и просторная, легко убегать. Тогда мы оружием пользуемся. Каким сейчас? Оружием? Хорошо. Слабым. Вот так, значит, да? Хорошо, давайте, да. Можете брать оружку, а я тогда буду другого пилпака себе брать. Челика. Окей. Нейлган никто не отменял, да? Ничего не отменяли. Нет, давай только слабый, пожалуйста, не надо сильно, чтобы Дима нет. Сразу умирал. Ну, так нечестно будет, мне кажется. Нет, так я не сильно, я Нейлган взял. Только при этого. Что? Я голубь. Я пожилой голубь. Где ты? Слышь, иди сюда. Я тебя приманиваю, подожди. Тихо. Нифига себе ты меня прим... А, ты меня приманиваешь, да? Ёлки-палки, кто мне сейчас с этим? Хорошо. Ой. Ты приманка твоя сработала, я иду. Тихо. А ну, подлец. Я догоняю, догоняю, догоняю его. Кого? Кого он догоняет? Я позвал своего дружбана. Какого? Карыч. О, я могу быстро перевоплощаться во все формы. Не быстрее. Во-во-во-во-во, псих идет. Псих, какой псих? Да вот такой вот псих ненормальный, просто бежит, куча звуков издает и идет вас всех мочить. Неадекватный какой-то. Видимый, видимый, видимый. Не, я сам. Сейчас, я приближаюсь, я пацаны. Я разозлился очень сильно. Я учитель. Как же вас найти? А где вы находитесь? Я учитель, я говорю, я учитель. А, ты учитель класса. Да. Ты услышишь стрельбу. Ну давай, стреляй. Там не зажал. Не слышу. Беги по школе, побегай. О, звук приближается. Еще, еще мочи. Там моё, я зажал, зажал, прям вообще зажал, стреляю. Не слышу. Бегу, бегу это через всю школу. Давай. Слышите вот это? Держи дверь. У тебя может просто... глушителем оружие? Нет, у меня хорошая вещь, я даже дверь удалил просто. Я испугался, за что так? А ты хотел что? Я ж псих, я ж сказал. Сработало? Вот ты, вот ты. Эй, пригвоздатул! Так нечестно. Нечестно. Осуждаю, спасибо. Бегай, бегай, сзади. Вы думали, я думаете, я такой слабый аниматроник? Я очень мощный. Ой, меня только бьёт. Ты меня-то за что убил? Я твой помощник. Так, гвозди исчезают, отлично. Я сейчас ищу, вот, я тебя нашел. Стой, сзади, 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 сзади. Вы страшные звуки-то издаете. Хватит. Отлично, отлично. Хватит меня-то убивать, я с тобой. А, ты ж со мной, точно, я забыл. Пацаны, ну что, нас теперь двое, где вы? Ускорился процесс. Меня тоже убили. Последний. Хедкраб не смог сегодня замочить всех, но попытка была очень хорошая. Последний остался, помогите. А, ты где тогда? Давай, я тебе помогу. Уйди, эй! Уйди отсюда! Уйди! Где он? Где отлично, он? Все, отлично. Настроя теперь. Все, у нас четверо. Нет, мы все. Все? Все, мы все. Давайте, все, битву, да. Каждый сам за себя. Раз, два, три. Аниматрониками. Да-да-да, аниматрониками, любыми. Да хорошо. Хорошо, уже работаем. У меня гвозди какие-то вонючие, не дают бегать. О, ой, дают, дают, дают. Минус один. О! Ай! Минус два. Ах ты жопа! Где ты, Карыч? Так нечестно, я тебя поддавался специально. Правда? Да. Правда? Я думаю, я поддамся тебе от мой... Ну ладно, поддамся. Короче, проиграл. Ладно, выиграл, выиграл. Я старался, но не смог. Да, давай, давай. Найдешь меня? Что там, залетел куда-то? Да, делать нечего. Подожди, Карыч. Что за идиот? О! Это идиот я. Я тоже жив, кстати.
Эй, друзья, с вами Димас и мой сын Ярик. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем мочить зомби. Всем привет. Это, ребята, называется карта Zombie Survival. Мы играли раньше на ней, но это V2X. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, все, зомби, мы вас не приглашали. Уходите, говорю. Ну, Ярик, это ты нажимаешь? Да ну, говорю, мы закрыты. Завтра отель откроется. Ой, в воздухе, думал я его... Ой-ой-ой, вот это было красиво. Все. Да ну, не открывайте двери, мы закрыты, ребята. Нас нету, где спать, ночлегов нет. Все кровати заняли уже другие зомби. Ну что, кто еще? Секуны. Да, не стреляй по мне. Мне нужно отхилиться. Все, я буду драться полностью. На них хп не отнимает. О, ползучие, ползучие, мощные. Так, что все, у меня я есть? Беру CPU. Сейчас я возьму вот, пилу и сюрприз буду... от меня. Сейчас я буду их нападать. С днем рождения. Получи. Нормально. А мне нравится так повалиться. Прикольно. На скилл чисто. Кстати, тут этот. У меня 5 хп. Если в меня зомби попадет, я умру. Понял, понял. А, один хп. Тут они бьют очень медленно. Тут нужно успевать отходить, чтобы тебя не окружили. На, неплохо. Ай. Так, что мне еще есть? О, зомби. Не, попугай сильно мощно будет. Так, быстрый зомби, отвали от меня. О, вот что у меня есть против него, что. Иди сюда. О, привет, папа. Ой-ой-ой. Зомби, держитесь. Папа, помнишь наш магазин? Да-да-да, сейчас я буду. Зачищаю всю карту от зомби. Просто мне так нравится стрелять. Прикольная карта, измененная. И такая атмосферная, что ли, стала. Блин, там этот. Там, короче, доски переграждают путь, и их надо как-то убрать. Чтобы никто не навесил. Интересно, двоих прострелит? Нормально. Пойдет. Ай, блин, меня хоть дробаш. Вот это он сносит. Реально мощный дробаш, вообще. После такого не живут вообще. Вот это отлетает. Так, чувствую себя в безопасности с таким дробовиком. Ого, не убил, что ли? А вот так вот. Спаси меня. Спасай, сынок. Ах, кто-то меня укусил. Хоп. Вот тут прям Half-Life у меня. Сюжеточка. Ты что тут ходишь? Ой, двоих убил, видели? Тот подпрыгнул. И двоих. Дабл килл. А, не кидайся. Иди поспи. А, да что вас так много? Нормально. Пойдет. Нормик. Дабл килл. Ты видал? Блин, их много очень, Ярик. Во, я здесь пришел, где мы раньше были. Я здесь пришел. У меня тоже опять дабл килл. Я их крабл килл. Попробую наверх подняться. Так, я наверх. Закрываем двери. Зомби, прощайте. Ты где? Ты в магазине? Да, на втором этаже. Я слышу тебя. Так, где ты, где ты? Хоть погреюсь, там холодно на улице, дождь. Здравствуйте, дядя Димас. Так, возьму я вот этот тебе дробашек. Ну чё, мужики, погнали? Ща погоним, ща-ща-ща, всё будет. Берём попугай. Ой-ой-ой, даже этот повеселее будет. Ой, попугаи пошли. Есть. Ещё попугай. Есть. Как семечки. Ты где? Я тут в самом эпицентре. Иду, этот, надписи отель. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, надо что-то поглобальнее применить. Ярик, может давай этот? Удар с космоса? А? О, два на крышу полетим? Пап, смотри, как они сальтухи крутят. Сейчас, я вот здесь вот буду. Да ты меня еще убьешь. Ого, я вижу. Ой. Ого, как ты так? Не знаю, это же взрывоопасное оружие. Ты псих какой-то.
Ого, хэдкраб, ты чё такой высокопрыгучий? Я аж офигел, как они прыгают высоко. Ты видел, Ярик? Самбари киляш, они проходят сквозь дымок этот. О, давай газа натравим. Так, сейчас. Вот, на, держи газ. Вот, на. Так, где он, где он? О. Неплохо, давай, короче, обкидываемся здесь. Только на крышу, смотри, не попади случайно. Нормально, зачистка района. Так, ребята, сейчас будем зомби разделывать катанами. А тут больше нет места, где защищать. Так, пошли. А ну, иди сюда. А ну, какие удары есть? Ой, это не то. Вот еще, папа, этот, есть еще одна комната, там, где ой-ой-ой. Опа. Неплохо. А мне нравится. Ты что тут? Иди домой. Они просто с одного удара аж отлетают. Неплохо. Только надо тайминг рассчитывать, чтобы зомби первый не бил. Убежит, бежит, бежит. Бежал. Да смотри. Осторожно, взял РПГшку. Неплохо. Ярик, да, аккуратно, не убей меня. Иди сюда. Блин, опа, круто. Я прям сзади тебя. Все, не заходи туда, я сейчас там буду защищать. Давай. РПГшку. Ух, такой дым идет, когда ты стреляешь. Ух, молодец, оно со стороны прикольно смотреть. Ого. Ярик, ты видишь, какие запчасти сюда отлетают? Нифига себе, ты их валишь. Сзади. Идут, идут, идут. Прикрывай меня. На, по спине. Ну, там зачищено. Все, папа, осторожно, сейчас будет этот, украс космоса. А где ты, где ты? Вы его кинул. Не подходи там, где я тебе не говорил ходить, там еще не ходи. Я побежал, сейчас нас убьет. Осторожно. Ох ты, ничего себе, вот это взрывчанство. Ты уж тут стоял, я тут ну, убила, не должно было зацепить. А я тут возле красной лестницы стоял, меня не убило. Ну прикольно. Блин, смотри, какой туман. Жесть. Так. Папа, я закладываю C4. Это очень атмосферная карта, я в нее влюбился уже. Надо ее в коллекцию добавить. Я ставлю C4 на 5 секунд. Нормально? Да, пойдет. Зомби, я тут. Ну блин, отстань ты от меня. Ух. Это было мощно. О, ловите. Все, пап, короче. Иди там, где мы были еще до этого. Вот тут сейчас будет. Да я вижу, я вижу. Ой, прикольное оружие у тебя. Блин, сам себя убил. Я теперь понял, почему ты тоже тогда себя этим оружием убил. Ярик, давай ядерный взрыв взорвем. Карту зачистим. Давай. Стой, стой, давай вместе иди стрельнем сюда. На счет три. Со мной, я тебе покажу, где можно спрятаться. Кстати, ядерного стой, стой, стой. Во, во, вот здесь вот как раз. Давай, скажешь, когда будем. Лети ко мне сюда в уголок. Да не, не бойся. Я знаю, не... что... Давай, на счет три стреляем. Ты в левую часть карты, я в правую, хорошо? Да. Давай, раз, два, три. Ай-яй-яй. А я увидел, как ты стрельнул. А где взрывы? А что она не взорвала? Я стреляю ядеркой. А где взрыв? В убежище. Тут в убежище тебе взрывы не страшны. А что я взрыв не увидел? Как-то странно на этой карте сделано. А давай ее обновим. Еще подожди, стой. Может то, что ты поставил туман? Из этого мы и не видим. Я не вижу взрыв ядерный. Дым от него там. А потому что ты как-то очистил. А, к ним надо близко подлетать, чтобы их видеть. Давай еще раз, Ярик. Давай, только... Давай. Раз. Где будем? Два. Три. Ну, я стрельнул. Я тоже стрельнул. Не успел за карту залететь, я не умер. Я не вижу дым. Наверное, эта карта сделана, что нету взрыва, что ли? Не, у меня есть взрыв. И дым даже от него есть. След от взрыва остался у меня. Я тоже видел след от, только от ракеты самой, а взрыва нету. Ну, наверное, вот. Может, так и сделано. Ну, короче, не работает ядерка, что так? А ну, стрельну рядом. Умру так умру. Так, Ярик, давай я близко стрельну. Раз, два, три. Ай, подожди, зарядиться надо. Во, теперь вижу.
Ничего себе! Вот это взорвало! Ой-ой-ой, вот это здесь... Короче, всю карту спалили. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Скелетон, Дарк Драгон, Пикачу, Арк ЮА, Секрет. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет, Склизлитон. Я страдал в ауте. Сегодня мы играем на карте Балди. Всем нравится рубрика, когда мы играем за хэдкрабов и делаем полную вакханалию. Так что, если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Погнали! Так, ну что, главное условие для хорошего ролика, пацаны, это обязательно поставить лайк и подписочку оформить. И тогда ролики будут очень казаться еще лучше. Так. Дима, ты забыл про одно, про колокольчик. Кстати, это не обязательно, но кто это сделает, будет красавчиком. Или красавицей. Кстати, кто первый умрет, тот лох. А что вы хотели? Опа! Сзади! Да стой, иди сюда. Кстати, у нас есть хут, и теперь вижу очень хорошо, у кого сколько жизни. Драгон, это ты? Нет, я вообще стою в углу. Знаете, что сделать вам интересно? Ну? Ты должен проиграть должен или что? Как видишь, Дим. Так, ребятушки, сейчас будет все очень по красоте. Надо стараться замочить каждого. А кто ко мне там зашел? Иди отсюда. А, так ты в классе засел, крыса. Ушел, скелет, иди в жопу. Так, все, хорош шутки шутить, пора уже пацанов наказывать. Скелет, иди все равно в жопу, пожалуйста, иди в жопу. Нет, че он так переживает? Че ты переживаешь? Иди в жопу. Это было смешно. А где ты? А, ты умер. Вставай, вставай, мужик. Я не хочу с тобой. Дарк, я могу сказать... Димас, я могу сказать, где он. А я знаю, где он. Он сейчас придет сам ко мне. Он в столовке закрылся. Да не, его нету здесь. Ей, иди сюда. Ах ты! Ты со своими партами воняешь? Ушел! Просто ушел и... Эй, рядом, ребятушки, рядом. Так, блин, я кого-то убью сегодня или нет? Слышь ты, подлец. Убийца дверей идет. Эх! Я тебя не выпущу, Эх ты! Ах ты! Ушел, пожалуйста, уйди! Все, я его не выпускал, у нас тут битва с ним идет. Кто кого, кто кого? Кто откроет дверь, умрет. Ах ты, зараза, убежал! Ну ладно, я буду тут сидеть, это моя комната, никто сюда не зайдет. Уёка, уйди, уйди нафиг. Так. Чё, пацаны, если хотите, можете, можете монтировкой меня бить. Можно оружиями тогда, да? Нет, оружие не... Да я знаю, ты мне будешь выносить. Опа! Слышь, ты! Как скажу, не, если хотите, можете использовать пистолеты. Я могу оружие использовать против только игроков. Пистолеты, всё, давайте. Согласен. Не, а, хорошо, хорошо, я буду сейчас лучше играть. Мне кажется, с пистолетами будет интереснее, потому что, ну, легко мне будет сейчас вас убивать, главное начать. Так, ладно, давайте возьмем все-таки этого хэдкрабушку. Да. А к нам Куёка заходит. Твой любимчик. Где он ходит там, подскажи его. Так, 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 подожди, эй! Эй, пистолетчик! А, хорошо, хорошо. Радуйтесь, радуйтесь, пацаны. Я же тоже, знаете. Еще тот псих. Да? Да. Шоу сказал. Мое место, я никого не... Есть, убью. Первый есть. Сейчас второго убьем. Ну что, ребята? Эй! Ах ты, ну что, нас двое. Нас уже двое. Короче, бери Fast Head Crab. Кто проиграл? Ну что, ребята, теперь уже у нас больше шансов выиграть. Намного. Я сказал, кто зайдет еще в комнату, я его буду просто убивать. Нельзя убивать. Мне пофиг, это моя комната. Я здесь обжился уже. Эй! У тебя жизни мало. Мне один раз может просто тебя коснуться и все.
А, я же забыл, что пистолет можешь использовать. Ладно, я пошел, пока. Ай-яй-яй, мои лапки склеились. Хорошо, я тебе поддался. Я так, случайно. Вот это круто было, Димас, ты тебя столом убил. Не, вроде не столом, он пристрелил меня. Или столом. Нет, стол тебя убил. А, ты столами дерешься? А где все? Еще ж, получается, нас играет... 7 человек нас играет? Да? Нет, ты одного же убил. Не, значит, у нас двое против 5, да? Да. Хорошо. Хорошо. Так, а где же эти 5? Ну я не пущу ни в кого. Кто зайдет, тот умрет, сразу трупом станет обреченным на всю жизнь. Я иду. Ах ты, лавочка хотела меня уронить. Ах ты, подлец. Дима, ты не зайдешь. Вы тут закрыты. Отвали пистолетчик вонючий. Эй! О, давай, давай. Я иду, пацаны, к вам, я иду, давай, я пройду. А как же зайти, как же зайти? Ладно, это был не я. А вот, ай, зараза парточная. Ахахаха, говоришь, хорошо. Я запомнил твою текстуру на голове. Что? Так, идем, хэдкраб. Идем, где они, веди меня. Я слышу, хэдкраб. Так, хэдкраб, не дерись. Вы что там делаете с правой стороны? А вы что, деретесь, что ли, между собой? А ты где? Дима к нам хочет Я слышу. А, они там, что ли? Не, я вообще спрятался, прям хорошо, меня хрен найдете. О, я слышу, хаткраб, я побежал, пока, Дима. Ай-яй-яй, тут парты, я в них запутался не сильно так. А я спрятался, я убежал от тебя. Эй! Так, надо вылететь, потому что... Слезь! Парты убийцы. Так, нас двое, мы должны уже кого-то убить. Ах ты, тварь, я испугал меня. Скримак. Блин. Всё, Дима, мы убежали. Мы, короче, забаррикадировали там и убежали после чего. Всё, я тогда не буду к вам идти. Тем более ко мне точно. Ну вы же видите, убийцы хэдкрабов. Но мы убьем вас, убьем, не переживайте. Сейчас начнется. А! Отвали! Диму любят ненавидеть всей душой, и мы его любим. Есть! О, блин, нет. Скелету! Блин, вы видели? Доли секунды не долетел. Ты в воздухе убил, получается, меня? Да, я тебя в воздухе убил. Иди сюда, я тебя хочу убить. Понял, принял, я пошел. Так, никого нету, да? Дима, там будет, короче, открытая, это... Кто-то дверка здесь открывает. Есть! Я его укусил, но не убил. Еще чуть-чуть осталось жизни, ребята. Вот и началось, когда мы начинаем их потихонечку подмачивать. У того чуть-чуть жизни, там уже меньше стало. И того... У них по 10, по 10 хп, если не ошибаюсь. Не, по 60. Два прыжка, и ты умираешь. А кто сказал, что у них там мало... Кто с тобой... Дима, иди назад, Дима, иди на... О! Нет, Дима, иди назад, иди... Нет, туда, в другую сторону. Чё ты ржёшь? Я вам прошёлся. У них 10 хп, Дим, так что с одного удара убьёшь. Эй, ты! Пистолетчик. Я так-то мало хп. Эй, отвали! Есть! Ещё один! Ну что, уже 3 хэдкраба у нас. Отлично. Есть! 4 хэдкраба! Я понял, где Дарк. Так, бегим, бегим, бегим! Так, надо не попадать под пули. У меня все-таки 100 жизней, надо использовать это по максимуму. Можно так, давай, жертву с собой, а я за тобой. Нет, я передумал. Когда останется последний игрок, он сможет использовать любое оружие. Но ты не останешься, я тебя убью. Ушел. Так, никого нету, очкошников нету, да? Да, я вообще бегаю по карте, ну ладно. Да, бегаешь, иди в одном сюда, месте иди сюда. А кто сказал, что я сижу тебе в одном месте? Не, я бегаю. Хорошо, я тебя освобождаю. И должен этого убить, подлеца. Попрыгунчика вонючего. Так, нас уже 4 хэдкраба или 5? Уже 4 или 5. Так, вроде бы 4. Ну что, 4 на 3. Сейчас шансов меньше и меньше у вас будет выжить. Так, подожди, я, может, он сюда зашел? Никого нет. О, так можно сюда пройти. Так, скелетон я вижу очень деловой, да, мужик? Или я убил его, да, скелетона?
Нет, ты меня не убил вообще. И все, это ты меня, да, убиваешь постоянно? Ах ты, тварь вонючая! Красиво в голову прилетик был. Так, 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 сюда, 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 сюда. Иди сюда, подлец, я знаю, если что, запах говна, это ты. Знаете, вы пока там бегаете, я тоже бегаю, я пока сока попью. Так, подожди, подожди, может тут кто-то? Кто-то идет. Кого нету? А не может тут, а может тут Ничка, да, вроде бы, да. Все, ребята, подписчики, предлагаю вам апельсиновый сок попить. Напишите в комментариях, какой сок вы любите. Я люблю грушовый сок. Ну что, Драгон, ты убиваешь, да, все-таки? Да. Я говорю, кто заходит в мое место, я убиваю его сразу. А где ты, в каком ты месте? А вот. Ну подскажи, пожалуйста. А я не могу сказать, вы просто найдете, просто все толпы ко мне побежит. Не, мы тебя не будем убивать всей толпой, я один тебя убью. Ладно, синий дверь. Спасибо. Эй, блин, да скелетон! Ты не офигел? Это что, да мне джекпот выпал? Я тебя ранил, да? Я тебя ранил? Нет? Нет, нет. Ах ты, тварь пистолетная. Блин, прикольный ролик получается, мне нравится. Мне нравится. Я похоже снайпер, Дима, я похоже снайпер. Это, знаешь, когда тебя убьют, твой снайпер знаешь, куда тебя засуну? Не надо. Да чё, она у тебя большая, да? Вон, ударка большая. Отдача, да, большая? Не, у меня ничего нет отдачи никакой, вы чё? Где эти твари? Я в том же месте, Дима, там, где убил. Ну я там помню, что ты меня убил. Знаешь, что ты готовый? Плохая память. Знаешь что? У тебя сколько? Дарк. Дарк. Да. А у как? ХП, а? Друг другом очень, я... да? Шел, я тебе сказал. Пацаны, давайте мочить их уже. Хватит, Дарк. Так. Да сказал, откуда ты убил меня? Ты решил играть не по-честному с нами, да? На всякий случай сделаем вот так вот. Красавчик, красавчик. И да, знаете, что вам покажу? Вот, что мне даже здесь хп. Ай, так, да как? Да как ты попадай? Скелетон, слышишь? Ха-ха! Это какой-то прикол. Ты что, издеваешься над нами сегодня? Нет, я... Ты так красиво попадаешь вообще, это просто... А, ты читы установил. Не-не-не, я без читов, я даже могу доказать. Ты отключил их, да? Я но, без. Он может с читами играть, так что не верю. Не, не попал, не попал. А, поп... с читами все-таки играешь, да? Нет, я могу даже доказать, я могу даже дарку доказать. Без. Ну давай, стреляй, стреляй. Видишь? Всегда попадает. А потому что целиться надо. Откуда? Все. Ура, я его спил. А вопрос, откуда? Не, а ты заспавнился в моей комнате, каким бог? Если ты. А я же тоже, помнишь, заспавнился в твоей комнате? Ну, я не видел. Эй, Дима, кто это? Так что у меня есть. Я сдох. Дима, я сдох. Я тебя убью. Я тебя убью. Я так хотел тебя замочить. Ты раз 10 убил. Ты такой подлец. Хорошо, все. Надо уметь. Скелетону отомстили. Я рад, что ты теперь в наши ряды вошел. Теперь ты наша семья. Вонючий конченый хэдкраб. Привет. Я знаю, где Дар. Давай, мы идем его мочить. Драгон, ты один остался или нет? Я могу. Ух ты, ты можешь любое оружие использовать, полностью любое. Да, осталось, и мужики, вы чего? А, тогда не любое. А, Драгон, пистолет тогда доставай, что ты автомат достал? С вами напали, я. Мне нравится. Ладно, давайте, у вас двое осталось, берите автоматы, можете использовать. Подожди! Да блин, он успел, он баррикадируется там, не успевает. Ого, он там наваливает, ты что, решил там Гаррис Мод понавалить? Арендованный, аж класс. Школа. Все, кто заходит, он всех мочит. Димас, я могу помочь в теле человека успеть. Надо ломать парты. Ой, что происходит? Ай! Да блин, капец, Димас. Это жесть просто. Да блин, он успевает. Да, Дарк, ты же не можешь еще использовать это оружие. Еще Куёка остался же. Тихо, тихо, осторожно, осторожно. Что мы вдвоем а где он ушел? Да. Нет.
Да, я ушел. Ушел, да. Кого я убил? Я знаю, где он. Я слышал звук решетки. Так, я думал, Тардрагона я убил, а я Тардрагона не убил. Нет, я спрятал. Только жизнь... Да ты чё, крыса, давай выходи! Что сказал? Я говорю тебе, выходи, подлый трус. Ай, говно! Убили! Дрэдрагон, тебя все-таки убили. Все. Молодцы, пацаны, молодцы. Поймал. Ну что, Куёка, ты один остался? Да. Можешь использовать полностью любое оружие, какое хочешь. А, полностью любое? Да, да, да. Слушай, звук Слышишь? А тут ты делаешь? Да, я не слышу, но ты можешь его использовать. А, я понял. Так, я чувствую, сейчас Куёка будет наказывать всех хэдкрабов. А где у нас эти... А, вот нашел, они. Нашел, где он из нашего. Админский здорово. Пистолет, тварь, да, взял? Хорошо. Нифига себе он строчит. Не, убери админский пистолет, это нечестно, правда. Как ты бы сказал, любое оружие. Не, вот это нет, это непроходимая вещь, так что давай по-честному лучше. Так, я поставлю здесь, чтоб спал, чтоб мы здесь спавнились. Да-да-да, спасибо. Нет, если серьезно... Нападаем, нападаем все на него! Будем массой брать, биомассой! Я знаю, он у него там порты не наполовину. Чё, у меня... Я почти вот. Пробрался. Что мы друг друга... Эй, решеточник вонючий, ты чё режешь? Вот так значит, хорошо. Смотри, какие оружие он использует. Ломаем парты, пацаны, мы же можем это делать. Ах ты, блин, хорошо. Убили Куёка? Нет, это не за хорошо. Чё, не, не засчиталось убийство, так что забей. Да. Кого я убил? Не того. Он бежит, я его вижу. Он убежал? Да, он убежал, я за ним. И я за ним. Ого, все. Да, что, медленно. Минус Куёк. Ну мы все, получается, победили. Давайте, ладно, хорошо, Куёка. Я лично... Ах ты, давай, тварь все. Такая, да? Ой, селился перед смертью, это было эпично. Я скажу вам, я против вами, я против вас тоже. Вон, нате вам. Прощайте, пацаны, я пошел. Взрывай нас там здесь. Интересно, что она не взрывается. О, взорвалась, есть. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Рекер, Стаканчик, King on Fire, Даня Вайт, Хатаке. Скажите, пацаны, классные слова. Привет. Всем здоров. Коничуа. Коничуа. Сегодня у нас очень классная карта, это школа Балти, будем вживать с разными монстрами и в том числе хэдкрабами. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, куда бежим? Нафиг! О, вон он! Вот он, вот он! Так я не он! Ты попал под раздачу. О, давайте можно использовать только монтировку, вот это будет по-честному. А вот знаете, какой в следующей серии мы будем делать? Только гранаты. Так что, ребята, давайте собираем 1000 лайков, и мы сразу записываем ролик. Чисто бой на гранатах. Вот он! Эй, слышишь ты? Беги, Димас, беги! А где Димас? Бей, бей его, монтировка, по башке его бей! Где он? Есть, убили! Убили! Нет, убили. Так, нас трое, а чё ты в труханах, алё? Он же изменился за всю свою жизнь. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, и кого-то сожрут, если кто-то не подпишется. В труханах. В труханах, правильно. А где он? Вы видите этого челепиздрика маленького? О, я слышу его. Монтировка, бейте его. Он прыгает, где он? А он специально хочет за спину укусить. Так, я бегу смотреть. Чё за Годзилла, бля? О, тут кто-то в офисе, я видел вроде бы. Да-да-да, фонарик твой видно. King on Fire, тебе было видно. А где он? Да он в столовой. Закрывайте двери. Давайте спрячемся. А можно поломать эти столы, не? Заразился. Удали. Убили, да, кого-то? Заразился. Застраиваемся, вот, ребят. Жопа, что творится? Бей его. Палки, да. Убей. Отлично. Бежим отсюда. О, ломаются.
Так, выходим, выходим отсюда потихоньку. Нет, не выходим. Там не надо. Ой. Там мы его убьем. Ой, блин, ой, блин, что творится? Убили, убили. Унитазом убили. Ой, больно. Прибегаем. Ой, а что это за голожопик? Димас! Я теперь тоже хэдкрабом сейчас буду. На. Два хэдкраба убийцы. Ну чё, идите сюда. Ой, это медленный голожоп. Четыре будет? Давайте четыре будет. Я уже не помню, сколько он раз поубивал там. А, ну иди сюда. Эх, в окно, открой калитку. Нет, не открою. Нет. Я тебя догоню. Опа, я уже вижу, псих бежит. Эй, ты, монтировочник. Убил. Нет. Не убил, иди сюда. Пошел в жопу. О, я убийца стекол. Ой, я в засаду сделаю. Будем, короче, ждать кого-то. Кто-то будет пробегать сейчас. Место проходное очень. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Посмотри у меня на пузо. Что там у меня? Зубы? 10 хп, 10 хп. Надо кого-то коснуться. Иди сюда. Опа, слышу. Это дверь не в ту сторону. Всё, Фрэнк должен быть хэдкрабом. Так, они вот там вот где-то бегают. Опа, я уже вижу. А, есть, я убил. Всё, все? Хэдкрабом. Я и так был хэдкрабом. Зачем ты меня убил? Чё, все стали хэдкрабами? Походу. Слава, кто-то забыл стать хэдкрабом. Это Олег. Давайте, мочите его. А я его уже давно замочил. А чё так всё быстро произошло? Карта маленькая. Так в этом и есть смысл. Давайте теперь я буду один хэдкрабом, а вы обычными челиками. Давайте, я против вас всех. Ты такой смелый? Конечно, конечно. Удиви. Ну что, на счёт три, раз, два, три, битва началась. Я сейчас тебя найду и тебе... Димас, сейчас, пожалуйста, я убиваю. Да. Димас, ты убивай! Не туди камера! А ну иди сюда! А ну-ка! Ой, больно! Эй, ты чё, психопат? А нельзя таким смелым быть. Конечно, конечно. Ты сотри, грамотей, на тебе. Ты знаешь, что у меня есть родственник? Очень мощный. Опа, есть, 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 есть. Наваливаем. Это был не ты. Школа Балди моя. Бей его. Ах вы, ах вы, ах вы. Выходи, подлый трус. У меня есть родственник, я его зову. Так, надо спрятаться и похитить. Так, ну чё, я позвал своего кента. Где твой кент? Я уже всё. А, блин, догадался, что я вселился. Догадался. Help me. Thank you. Что творится? Бакханалия какая-то. Я вижу. Так, отлично, отлично. Я сижу у кого-то в животе, такой вкусные кишки. Потихоньку их ем. Наедаюсь кишками. А, то есть ты делаешь чужой. Вкусные, да, вкусные. Это ж мой родственник чужой. А, ну тогда. Хэдкраб и чужой, они же дружат. Я сейчас дырочки тут каждому просверлю в животе. А ну идите сюда. Не-не-не-не-не, я кушаю всех. Всех мучаю. Не он. Я живой еще, я живой. Убей меня. Нет, не убивай. Ай, блин. Ладно, ладно, я в нем был. Опа, опа-па. Ну нафиг. Бежал маленький. Отвалите. Надо у меня, кстати. Знаете, сколько у меня? У меня 3 жизни. 3 хп. Давай ко мне, ко мне, ко мне. Тут хата обычно. А ты, блин, ну как вы догадались, что я в нем? Не забывай, ты отличаешься цветом от пола. А, вы видели трупейшн, да, мой? Нет. Мой цвет видит твой. Олег, за мной. Где он ходит? Где?
Так, внимательно, внимательно, не спешим, не спешим. Ой, лагает. Так, сейчас ко мне... Чё меня бьёт, монтёр? Что творится? Меня засадили шальную пулю. Видели? Нет. Тут вентиляция ползет, гад. Я знаете кого? Я сейчас должен это выследить должен. Знаете кого я сейчас буду выслеживать? Не меня. Так, Рекер, ты должен умереть. Убейте его. Наоборот. Так, Рекер, Рекер. Ищем его, ребят. А я Рекера не вижу. Так, ладно, съем тогда стаканчика. Не понял. Извини. Стаканчик, ну прощай. Он вылез. Ах ты. Сожрал одного, отлично. И на крысу текать. Я... Так. На стаканчик это похож. Стаканчик убивает. Ты дурак меня стрелять, я тебя убью. Не. Меня кадык вынули. Я мощный чужой. Ну что, кто следующий против меня? Твоя цель не настигнута. Так, я вижу Рекера. А зато меня не видишь. А, и тебя тоже увижу. Рекер, зря строил, столько времени потратил, чтоб тебя замочил. Так, Даня Вайт, прощай. Ты под горячую руку просто сегодня попадаешь как-то. Нет! Он у меня! Засада, засада! Засада устроена у... О, я буду видеть, как кто-то бежит. Вижу, вижу, кто-то бежит, прощай. Еще один. Подходи, подходи до стекла, подходи. Вы на второй половине, что ли? Так, я слежу за пацанами внимательно. Я твой хвост видел. Можно использовать любое оружие против меня, давайте. Потому что чужого 1000 жизней. Так мало? Да, кстати, маловато для чужого. Давай, охоться на меня. Или у тебя столько осталось? Не, всего 1000. Нет, у меня лагает, когда ты рядом. Ты надо мной, да? Ты надо мной! Пошел вон! А, нет, вот он. На тебе. Я не могу с тобой. Ну заходи уже. Отлично, нычка, отлично. А вот теперь я буду тут стоять и мочить вас. Это как? Я вот меня убил. Как? Да? Я не знаю. Да так должно быть. Такова жизнь. Кто-то в мой домик хочет залезть. Давай, заходи. Опа, вижу, Балди. За мной, давай. Олег, за мной. Я тогда самоубийца. Давайте, то мой домик. Кто зайдет? Балди, офис. А вы знаете, нычка, короче, есть... На кухне есть нычка, в столовке. В стене холодильник, и я там сижу. В домике своем. О, я вижу, вы все ближе и ближе. Кто будет подходить к моей двери, я буду сразу мочить. Спасибо. Отлично, я так и сказал. Спасибо. Первый пошел. Кто еще? Кто еще? Ждем. Никто не может ко мне зайти домой, это очень сложно. Сейчас покажем. Давай, давай, давай. Я сейчас эту столовку найду и тебя прибью. Пацаны, не знаю, где я. Не используйте. Слышу, шары, слышу, пожалуйста. Кто-то идет, слышу, кто-то идет ко мне. Идет, 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 челли какой-то. Где столовка? О, ты правильно шел, там была дверь впереди. Ого! Не. Не надо взрывать. Так, давайте постоим тут. А мне тоже лицехвата брать? Не, давайте против меня все. Убейте меня, у меня 900 жизней. Ой, тихо, 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 тихо. Эй, ты чё, увидел меня? Да. Тебя ж видно. Ого, я в уголку тут стою на нычку. Жрет спринтрапа. Я всех сожрал.
Ну че, не можете меня убить? Я побежал. Я даже не буду в нычку запрятываться. Хорошо, а ты меня найди. А ты меня найди. А где ты? Найти тебя? Да тебя найдет любой и каждый в школе. Любой школьник. Дима, слабо тебе убежать от нас, не залезая в вентиляцию. Хорошо, давай. Дуэль принял, погнали. Давай. Постоим, понаблюдаем, как они меня ищут. Так, спринтрап стоит, я вижу. Эй, увидел. Чё? Давай, заходи быстрее. Заходи. Ты убьёшь себя. Я пожертвую собой, если оно взорвётся. Ну и как вы попадёте сюда? Мы готовим тебе особый сюрприз. А вы меня не убьёте? За что? У вас, ребята, как это вакханалия творится, как всегда. Положите мебель, не трогайте мебель. Ну чё, давай, иди сюда. Я иду. Иди сюда. Иди лучше к нам. Нам всем хана, если я это нажму. На левую кнопку мышки. Нам всем хана. Не умрёт никто, у меня много жизней. А ты к нам иди. А ты к нам иди. Сзади был. У тебя была ядерная бомба, да, в руках? Ребята, идите увидеть бомбу. А теперь я буду... Теперь я бомбу ставлю. Давай сюда. Нет, иди ко мне. А где ты? А ты к нам иди, мы тут спрятались. Да не бомби ты. Что ты делаешь? Я не могу вас найти, но я найду сейчас. Вы постреляйте в небо, я к вам прилечу. Пацаны, идите сюда. Идите сюда. Я здесь, в уголку. Давайте. Все, давайте. Балди, иди сюда, говорю. Он сзади. Ну не вижу я вас. А, вот слышу. Убежал. Вот цикун. Давай, мы сидим на месте. Ты что, нас найти не можешь? А дай подсказку. А мы в большой такой комнате, где столы обычно стоят. И дверь синяя. Дверь закрой! Балбес! Так, большая комната, да? Не вижу. Вижу, не вижу. Здесь, не здесь. Но мы умерли. А, вы умерли? Ну, молодцы. Я сейчас обратно прибегу. Если... Да... О! Ну, не надо. У нас тут... Отлично, сожрал. А чё, бомба летит? Агась. Не, это слабая бомба, очень. От, блин, а стаканчик убил, пожалуйста, меня. Не, давайте я вам покажу, как вообще надо делать взрывы. Вы же конченый взрыв сделали. Вот он! Да. Это тоже галимый. Это галимый, сейчас я вам покажу. Есть у нас одна бомба небольшая. Не надо, пожалуйста. Я нет, не она не сильно больше взорвется, она не сильно. Да я тебя знаю, Димас, твою не сильно. Это пол сервера сломает одним взрывом. Кто ее взорвал? Че, решили продемонстрировать, кто не взорвался? Не взорвалась бомба моя? Не взорвалась. Вот, смотри, вот взрыв, вот он. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Кошак, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Привет. Сегодня мы играем на карте Балди, я буду играть за Хэдкраба. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, сегодня все не просто так. Вы можете использовать монтировку против Хэдкраба, чтобы была хоть какой-то у вас защита против моего мощного мордоплета. Мордоплета вордоворота. Так легко было и все? Я уже вселился в одного из вас, начинаем мочить. А в кого ты вселился? А я тебе не скажу. Ты же Хэдкраба взял. А я на голову напрыгнул. Он ни в кого из вас не вселился, Алёша. Он я на голову пик... на голову напрыгнул и бегаю. Вот я. Иди сюда, иди сюда. Эй. Бейте его. Я тоже буду бить вас. Вы что думаете? Не-не. Хорошо. Обоссали. Всё, я буду один хэдкрабом играть. Вы будете все выжившие, потерпевшие. Да, Серёжка? А ну иди сюда. А ну иди Так, хорошо.
Так, чувствую, в этой серии точно, что чужой придет и будет вас наказывать. Кстати, чужой, кто не знает, это родственник Хэдкраба. Серега, я тебя буду мочить. Да не меня бей. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, пошел, грамотей. Так, надо мне на крысу как-то вселяться в вас. Зря ты со мной решил повоевать, зря. Я же все равно выиграю. Вот, видишь? Побежал. Будем двери закрывать за собой. Я вижу. Ой, тут не обстоятельства. Да он мертв уже, зачем? Они труп пинают. Так, надо на крысу. Ищите по углам, он сказал, на крысу будет. Пихана. Ой-ой-ой, красиво, фигачу, пацана. Есть, Серега, есть! Я еще на папайруса никогда не запрыгивал, костяная башка. Да ну что ж вы. Меня ты чупнешь. Так. Отключи, Серега. Мое лицо. Пошел. У тебя что, бессмертие? Я вижу Димаша. Да вы что? Читерскую монтировку нельзя брать? Я буду банить. Это секретная монтировка Фримана. Да какая она секретная? Она читерская. Ты бегаешь неадекватно быстро. Есть. А вот теперь я буду убегать. Не-не-не-не-не, хлопцы. Я побежал, я вспомнил. Надо купить молока с солью. Тихо, убегай. Ой. Нельзя стоять, надо бежать. Давай, по-жёстки ему, хорош. Хорошо, я хотел с вами по-хорошему, вы не понимаете. Я тебя топором сейчас отфигачу, где ты? Где ты, я тебя топором... Слышишь этот звук? Слышу. Да, я его слышу. Ну, в кабинете сидит в одном. Всё, а, молодец. Ну, что ж еще делать? Да хватит мне пинать. Его Серега, смотри на полы, кто там валяется. Ах! Если что, я увидел этот топор по голове, это было мощно. Хэдкраб против вас не работает, надо брать реально чужого. Отли. Мне это нравится. Ну, Серега, ну дай хоть повыживать в кишках, у тебя кишки вкусные. Нельзя вонючие. Надо кишки. Иди вон. У тебя не вонючие кишки, они у тебя пахучие. Лист вонючий, пропах говном. Так, я буду тут стоять и чекать. Давайте удалим дверь. Ребята, он взял чужого, так что будьте аккуратнее. Один из нас импостер. Компостер. Я сейчас кого-то вселюсь, если пройдет 30 секунд, я буду вас всех мочить за здорового чужого. Не давайте ему вселиться, ребята. Я не буду спрашивать, как это не давайте. Я возьму и вселюсь. Я слышу. Ой, я тоже. Надо заманить кого-то сюда в комнатку ко мне. Опа. Серега, в тебя что ли? Ну Серега, ну не убивай! Нельзя стоять рядышком. 30 секунд не даете повыживать. Надо строчно 30 секунд, чтоб не заметил. Как же мне вселиться, чтобы вы не заметили? Ну, Серега, ты сегодня такой желанный мой. Вижу. Ай. У меня. Нет, я не в нем. Вот вы жесто... О! Серега, это копье, аккуратно еще поранишься. Да, блин, да было больно. Так, мне нравится, что на этой карте есть рандомный спаун, поэтому это очень прикольно. Так, тут не закрываю. О! И фиг знает, где ты появишься в следующий раз, да? Да. Я заныкался. В 2D текстурке. Такой движ. 7 человек против одного чужого. Захватили школу, чужие. Скорее люди. Нет. Вам так кажется, что вы будете выживать. Вот где-то здесь, Серега. Встал. Где-то квакать. Так, бежит, бежит. Аккуратней, Серега, только. Да. Да он из-под тишка на тебя прыгнет, и все, и Сереги нет. А ну иди сюда. Опа! В кого он вселился? Не знаю.
Да вы убиваете так быстро друг друга. Я все-таки выхвачу тот момент, когда вы не поймете, в кого я вселился. Я это сейчас сделаю. Слышите звук хруста? Смотрите под ноги. Я вижу его. Я вижу. Всегда подсказываешь, как выигрывать меня. Ладно, не делайте, как я говорю. Делайте, как вы думаете делать. Опа, пролетел. Димас, что получится? Он в меня. Вселился, вселился. Да нет, 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 я не вселялся. Ракеты под себя. Да я не вселялся ни в кого. Ракет, о. Ого, ничего себе. Да ничего себе. Я один, а вы убиваете друг друга. Обстоятельства. Опять где-то вижу, точнее, Димас. Убегай, убегай, 30 секунд, убегай. Я должен встать большим. Давай, давай, убегай, 30 секунд. Так, 10 секунд уже есть. Это прикольно, что двери можно убивать. Так, 15 секунд. Да как вы угадали, что... Вон он пролетел. А, есть. Да Серега, ты сильно глазастый. Нельзя быть таким глазастым. Это плохо, это запрещено законами физики Вашингтона. Вашингтона, да. Да вы хрякаете и хряскаете. Хря-хря. Хрюкс. Я вижу его, вот он. Мочите его, гнобите, бейте его. У меня. Так, все, надо прекращать эту вакханалию, надо красиво вселиться в кого-то. Так, так, так. Опа, есть. Оп, нет. Да повыживай 30 секунд, ну пожалуйста, ну выживи. 30 секунд несчастных. А кто? Плохо я не могу управление брать. Да делали бы мод, когда я вселяюсь, я управляю персонажем. Очень кто? Было бы круто. Кто? Красиво, красиво, чувак. 10 секунд осталось. Ну-ну-ну, давай, давай. Это кошак. Да это не я, это не я. Нет, 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 вы его не можете убить. Сзади, Серега, сзади. 5 секунд. Нет? Нет. Где он? Он спрятался. Он ни в кого не вселялся. Отлично, отлично. Он, короче, в нычку этой карты пошел. Сейчас я пропишу килл, чтоб я был смертным. И все, и начинается веселье. Наконец-то, я знал, что я в кого-то вселюсь. Антан, ты какаха, быстро все в столовую. В столовую? Я в столовую еду. Ой, лечу. Давай, давай, лети. На обед сегодня свинец Димасу. Так. Доставим пушки. Ой. Вкусно. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Ребят, это, остерегайтесь меня, я могу убить вас случайно. Атали... Тихо-тихо-тихо-тихо, быстрее, Найкася! Быстрее, о господи, что ж вы так дамажите? Что за оружие у вас читерское? Так, надо встать вот тут за углом и через стенку вас фигачить. О, привет, как дела? Да ну эти шары, они не читер... О, читерские! Они не читерские, это... Хорошо, хорошо. Он опять там, кого-то вселился, я слышу. Отлично, отлично. Так, прописываем килл, чтоб я умирал. И сейчас я вам задам жары. Сейчас я все сделаю. Ой, ой. Серега, ты спаун поставил? Так ничего. Да. Так, надо тебя вынести первого. Ты сильно очень хорошо играешь в Гаррис Мод. Надо тебя наказывать. Улице. На улице был. Да какая улица? Да вон, бегает. Хвостиково видно. Быстрее, чужой! За что ж ты кого медленно, а? Вот это веселье. Ой, извиняюсь. Аккуратно. Шарик. Так, я смогу вот так убивать, если я... Сейчас, подождите. Чуть-чуть выше надо. Мы тут сами себя убиваем. Ой, ой-ой-ой. Тишина страшная. Тишина смерти. О, я его вижу, вот он. Да вы задрали видеть меня, блин, уничтожили в говно.
Так. Не удалось тебе справиться. Опа. Да меня кто? Да ну все, я улетаю. Вы мне не даете быть чужим нормально. Увалились, увалися! Извиняюсь, обстоятельства. Что-то так безумно. Безумный Джон. Любишь убивать. Так, а теперь я буду играть очень красиво. Давай, так. Серега, моя цель убить именно тебя. Давай, слежи. Так, 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 так. А что вы, Серега, а что ты прыгаешь, как стрекозел? Остановись, пожалуйста. Не-не-не. Так ты же вот. Шаром стрельнешь сразу, я же знаю вот. Тебя. Да он тоже улетает. Вот он. Да вы задрали! 20 хп осталось, вы какие-то вообще психи, что ли? 20 хп! Сейчас я Серегу выслежу. Так, 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 так. Где-то бегает, слышу. Серега, он пытается под тобой залезть. Да-да-да, ты правильно говоришь. А чё, Серега, ты тут стоишь? Не хочешь выйти никуда? Защищаем Серегу, ребята. Наша задача... Да вы убиваете друг друга, а не Серегу защищаете. Прячься, Серега. Куда слушаю, не надо. Лучше прячься. Сережа! Иди кушать супчик. Он под тобой, Серега. Да ну это невозможно, это невозможно. Вы сильно мочите, вы сильно наигранные. Надо играть с новичками, которые даже оружие не могут брать. Да, это скажи, что нельзя так сильно играть. Наоборот, нужно, в этом есть прикол игры. Чтобы мне было сложно вас выиграть. Слышу его где-то. Слышь, да как это шар отскочил мне в голову? Ну как? Это настолько рандом был, рандом-дом. Рандом-дом. Я чисто от фонаря туда выстрелил. Да вы что? Да. Серега, ну пощади, ну пощади. Нет, никак пощады не будет. А ты слышишь, да, зайти в обычный коридор, где мало места. Да, очень сильно судимо. Обоссался. Я сопровожу. Или ты им помнишь? А, блин, а! Да как? Обстоятельства. Эй, у меня гвозди в голове. На тебе за это. Эх ты гнев. На еще раз. Я буду в столовой стоять. До посинения. Да. Так, пока Серегу никто не охраняет, я лечу туда. Да вы задрали, да, уже все прекрасно. Тут. Я сейчас Серегу вычислю, я сейчас Серегу убью. Ой, так. У меня шнурок развязался. Море. Да, Серега, это не ты был. Блин, подставили свое тело против меня. Серегу спас. Ой, ой, ой. У меня для тебя сюрприз, Димка, когда ты ко мне придешь. А вот его видно, смотри. Да парень. Блин, вы задрали, гвозди видно, реально. Гвозди. Так, 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 Сережа. Серега, послушай внимательно этот звук. Да блин, я испугался аж. Это было жестко. Гей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Бродяга, Серега. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Если пейте, кушайте, приятного аппетита. Мы выживаем в школе Балди с хэдкрабами. Погнали, пацаны! Да, правила простые. Кого он заражает, тоже берет зомби или хэдкраба и мочит других. Так, надо вот тут стоять. Это самая лучшая тактика, когда ты можешь убежать или в ту сторону, или в ту. Так. Он там, где вас. Он там? О, он уже кого-то съел. Походу. Уже? Нет, я пока живой. А, слышу, слышу, слышу. Он там, он там, он там. Так, ребята, стоим, аккуратно смотрим. Напишите, ребята, в комментариях, последнее проиграю или не последнее. Мне кажется, я буду самый последний выживший. Или Серега, потому что мы Серега самый больше наигран. Бегите, что ж вы перегораждаете путь?
Вы еще делаете двери, закрываете? Он пока их откроет? Открывайте классы и в класс забегайте. Запутай его. Эй, ты не перегораждай мне путь. Быстрей, быстрей, быстрей. О, закрыл. Отлично, ребята. Надеюсь, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Я слышу его по звуку, он крякает. А, он сзади, он сзади. Он уточка. Так. А я сижу, кайфую. Да, Серега, ну ты молодец. Моя школа. Ля-л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 я. О-о-о. Давайте посмотрим. О, здесь голая стена, а здесь нычка у меня. Прикольно, прикольно. Ах, там зомби был. Чё, еще никого не заразил? Не. Так. Покамись выживаем, ребята. Покамись, все у нас четко. Давайте удалим. Ой, хэдкраб, отвали! Он за мной! Он за мной, ребята, быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Блин, это качканейшн! Так, пока мисс тут постоим. А чувак, наверное, карту знает. Он знал, в каком кабинете я нахожусь. Так, Серега, меня интересует, где ты. Так, а Серега, а какой у тебя скин? Нет, а, скин собачки. Собачка. Где он, вопрос, мне интересно? Громит. Пацаны, а что, он еще реально никого не убил? Все живые? Ну, почему? Я живой. Мистер Крабс. Я придумал. Эй! Да зачем ты его сюда привел? А! Блин, нет! Нет, 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 нет! Слышь ты! Хэдкраб, отвали! Ха-ха-ха, ребята! Начинается веселье! Стоит на входе и специально меня не пускает. Ах ты хитрый жук! Ха-ха-ха! Ты не попадешь! Ты не попадешь! Ха-ха-ха! Да что ж ты наделал? Смотрите, какие у него руки и ноги длинные стали! Отвали! Отвали! У меня 8 хп! Я сейчас проиграю! Дим, я выжил! Отлично! Я в одном из кабинетов заперся и... Отвали! Помогите! 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 А! Слышь ты! Да блин, да не мешай! Я сейчас проиграю! Да отвалите от меня! Отвалите, отвалите, пацаны! А, он с другой стороны! Блин, это очково, это очково. Че, их уже двое получается? Ты можешь вроде нажать выстрел и возродишься. Ну, а я... Да? А, сзади, 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 быстрей, 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 быстрей! А, да жопа, отвали! Эй, дверь зачем закрыл? Ах ты хитрый жук, взял за собой дверь и закрыл. Да блин, ты чё за мной гоняешься? Я очкую. Да отвали! Ребята, помогите! Да кто-нибудь, Серега, ты где? Я в одном из кабинетов. Да Серега! Да ну выходи, помоги мне! Я тут завалил проход, чтоб никто... Да он за мной бежит! А, блин! Я обманул его. Ля-ля-ля-ля-ля. Чё, за мной бежит? Да блин, он за мной бежит. Да ну я очкую. Тихо-тихо-тихо-тихо, ребятушки. Тихо-тихо. Да отстань, ты чё бегаешь за мной столько времени? Да блин, он за мной. Он за мной все время бежит. Да отвали. Ха-ха-ха, очково. О, Серёга, ты нашёл. Здорово, чё давно тут не видел тебя, а сам завалил проход. Да что он за мной бежит постоянно, скажите ему. Ну пойди с своим, это, своим пеньем. Отвянь! Сюда, зараза. Ух, я оторвался. Молодца. Сколько осталось выживших? 5 хп, ой. Я пока живой.
Сколько людей выживших, реально? Я за Серегу с тобой. А что, Димаса убили? Нет, я успел оторваться от нее каким-то образом. Уилсов вообще, я не хочу умирать. Серега, я не могу. Так, давайте перекличку. Если 4 зараженных, можем пистолеты использовать. Сколько у вас? Сколько зараженных? Двое? Трое? Трое. Трое? Еще один. Только, Серега, ты видишь, что еще один зараженный, берем оружку. Дробаши да. И пистолеты. Достаем с двух пистолетов, будем фигачить, с двух рук. Меня похоже, сейчас съедят. Ну это жизнь, это жизнь. Папа, отстань от меня. Я хочу пусть ужин. Ну, Серега, ну стой на месте, что ты как сыпнута? Стой, собака позорная, стой. Дайфай кидать своими столами, кто будет за ремонт? А я зашкерился. Так, Димас, ты сейчас мне помогай. Эй, я умер! Так, ребята, берем дробаши. Это мой Серега, вкусный. Ну чё, дробаш достат. Ребята, теперь выживание пошло уже на умение. Я с 8 хп бегал, 10 раз карту оббежал, но я смог выжить. И остался жив. Оружку разблокируй. Серега, я помню, тебе бегу. Серега, дай ему оружку. Ты мертв. Я зомби. Отлично, отлично. Блин, они прям рядом ходят, я прям очкую. Я в столовке вас жду. В столовке меня ждешь? Да, да, да. Сейчас, смотри, спрос, где ты? Да ты крыса, ты обманул меня. Тебя здесь нету в ром. Ха-ха-ха, я в столовке! А я знаю, где он. Где? Сидишь, зараза. Да не. О, Рик и Морти, иди сюда. Куда ты бежал? Вон, зараза. Ну, слушай, Димас, так нечестно, человек, конечно. Да как это нечестно? Я в столовке, говорю, сижу. Нет у тебя в столовке, врун, пердун. Отвали, отвали, отвали! Да, ну, блин, он дверь закрыл. Да, отвали! Да нет, отстань от меня! А, ребята, помогите! Да блин, да отвали ты от меня! Ну блин! Ну Серега, ну что ты ржешь? Хорошо, теперь я беру тоже хэдкрабушку и выживаю. Ну чё? Серега, то кто где? Так, давайте возьмем файс хэдкраб, да. Убийца хэдкрабов. Ой, человечины. Я слышу, такое мясо творится. Вообще жесть. Так, надо удалить эту дверь. Ой. Ой, с карту полетел. Иди сюда, мистер Крабс. О, убежал, убежал. Ребята, все за ним. Все за ним. Где? Быстрее, 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 за хэдкрабом. Ой, за мистер Крабсом. Мистер Крабс. О, завелся в ловушку. Мистер Хэдкраб. Держите его тут, держите, он завелся в ловушку. А где он? Он в кабинете у этого директора. А тут никого нету, давайте посмотрим. О. Нет. А что, по-моему, всех убили, нет? Все, всех убили. Все умерли? А, ты, да. Рик и Морти остался. Рик этот остался, челик один. Так, ищем его все. Открываем все классы и ищем. Так, где-то он зашкерился, где-то он сидит. Хитрый жук, выходи. Но он может оружку использовать. Короче, да, давайте так. Давайте дадим ему шанс использовать любую оружку, кроме AR2 да. Шаров. А кто за Спанч Боба играет? Тут еще один живой, Спанч Боб. Вот. Давай, давай. Надо А как спрыгивать? О, вот спрыгивать как. Вот это за ним движ бежит, ребята. Вот это трындец. Короче, надо, знаете что? Навстречу ему бежать. Не надо за ним бежать. Разделяйтесь по всей школе. Он сейчас сюда прибежит ко мне сам. Вот это было красиво, ребята. Согласитесь, четко. Так, кто еще остался живой?
А Морти? А Морти все, умер. Морти тоже умер? Да. Давайте, короче, сделаем выживалочку, когда я буду один живой, а вы все против меня. Реально хочется такое мясо повыживать. Ой. Ну чё, вы готовы? Только дайте я убегу, Кстати, я улечу, чтобы вы не знали, где я. Ну чё, давайте, ребята, я один против вас всех. Диман, закрой глаза и ходи просто так. Да не, я тогда проиграю точно. Хорошо, подсказка давай. Ты в классе? Да. Что ты берёшь? Да, ты в классе. Блин, отвали! Отвали, да я же хотел повыживать! Ой-ой-ой-ой, меня ждет там сюрприз. Ребята, смотрите, я один, вся школа заполнилась там боками. Отвали! Отвали! Вот это прикол, мне нравится. Дима, Дима, блин. Вот, вот тут я повыживаю подольше. Куда ты ушел, а? Извиняйся, давай. Не скажем, будешь тут. Я их слышу, они прям рядом ходят. Я заныкался очень хорошо. Я отлично заныкался, ребята. Хорошая нычка. Хорошо, что я взял Спанч Боба, он очень маленький. Чё за звуки, пердежа? Ого, их там. Ребята, это очень страшно, когда я один и миллион зомбаков. Все хотят меня убить. Ну чё, где вы, где вы? А ты где? Эй, Дима! Выходи! Неужели они меня реально не могут найти по всей школе? Ха-ха-ха! Самая лучшая нычка — это запрятаться на видном месте. Хорошо, Димас, подсказка. Ты на улице? А, нет, тут улица один зал, ну тут же один... Как получается, кусочек улицы, я мне нах... Нет, я в помещении. В помещении? Хорошо. Да. Помещение — это и есть школа, алё. Если я скажу, где вы меня сразу найдете. Ищите. Прими смерть. Ты будешь мужиком, если примешь смерть. А, я понял, что они меня не видят. Ты, наверное, знаешь, ты, наверное, Бэйби Йоду взял, да? Нет, я за Спанч Боба играю. Да, конечно, чего ты там врёшь, я вижу, что он убивает. А реально, кстати, как он мог спрятаться? Да как это... Ладно, молчу. Отличная нычка, отличнейшая. А, я знаю, где ты, наверное. Я знаю. Подожди. Он, наверное, в телефоне там застыл. Нет, я не в телефоне! Нет! Я не в телефоне, не-не-не. Я в секретном кабинете, ребята, сижу. Серега, ну что, ты меня нашел? Ищу. Я заныкался на самом видном месте, вы меня найти не можете, это очень круто. А, я походу нашел тоже этот кабинет. Ля-ля-ля, выживаем как можем, прикольная нычка. Блин, да неужели никто не догадается, где я сижу? Димас, давай ты будешь выходить уже. Дим, да ты читер. Нет, ты увидишь ролик и угарнешь. Хорошо, я скажу вам, я нахожусь... В столовке. 100% инфа. Вы сейчас угарнете. Я... Только не убивайте. Когда увидите меня, не убивайте. Хорошо. А, вот ты где. Ты под столами был, зараза. Я смотрю, что столы там, блин. Мне же я специально вас привел туда, чтобы побежать. Бежим, пацаны, за ним. Бежим, давай. Чё ты кидаешь? Ой, красава, ой, красава. Да сдохните. Красавчик, Димка придумал классную тактику. На. Короче, я взрываю ядерную бомбу, пацаны. Не позволю. Я позволю сам себе это сделать. Я сам позволю. Прощайте. Вот так будет с каждым зомбаками. Прикольно было выживание, мне очень понравилось. Надеюсь, я своим подписчикам и зрителям поднял настроение.
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТок, в Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.